выхода первого за три года в четвертьфинал Лиги чемпионов и больше не хотят такого позора, как Тиаго Силва, номер два. Преснел Кимпембе, или Кимпембе, номер три. Дани Алвес, номер три. Только арбитры ВАР, то есть теперь за воротами уже не работает никто, а все... Накапливается. Да, совершенно верно. Капитаны команд Тиаго Силва и Эшли Коттей, Маркус Рэшфорд. Оле Гуннар Сульшер, главный тренер Манчестер Юнайтед. Главный тренер. 9 матчей подряд он забивал в разных турнирах. Это было еще в 90-е годы. В несколько встреч отличится, и он догонит Дели Вальдеса, который является рекордсменом Пари Сен-Жермен. Как резонно пошутили ребята из нашей режиссерской бригады, вполне вероятно... Этот, который на Олд Траффорде отдал две результативные передачи, он сейчас на газоне. А на ваших экранах это немецкая революция в Пари Сен-Жермен. Дани Алвеса, который по старой памяти на свою половину поля переместился. Все-таки он в последние годы чаще выступал. Брится Тухель. Вот опасный момент. Лукаку выходит к воротам. Лукаку забивает. 1-0. Манчестер ведет. И это то, что они должны были сегодня сделать обязательно. Лукаку забивает в последних матчах постоянно. И делает это на Парк де Пренс. Нет невозможного. Нет невозможного. В таком составе Бисмарк он простреливает. Он сегодня, видимо, будет больше действовать именно с фланга. И вот заведенный Манчестер. Но все равно они пошли и забили. Честно тебе, Дим, признаюсь, я... Ведет себя в единоборствах, сохраняя мяч. Нет, все-таки переклад. Верати. Нужно брать шире, как и многие другие. Отыграл здорово. Бернат еще раз. Еще одна попытка. Навес. Мария в полуфланге, здесь у него есть помощник, поздновато он от мяча избавился, это Хуан Бернат. И все-таки мяч, хотя кто его знает, может быть, он не должен был с первых минут как-то поддавливать, заставлять соперника ошибиться. Но все точные при этом. Хорошая передача в разрез, это уже обострение! Мбаппе не дотягивается до мяча. Ди Мария, Мбаппе бьет, попадает в Смолинга. И еще попытка пробить, и опять... Да, если бы он удобнее сделал первый пас, но уже не важно. Потому что мяч уже даже в штрафной. Манчестер Юнайтед, подбор за Пари Сен-Жермен. Не нападающего был, то есть он не просто так уже начал отдавать передачу. Подача в штрафную, ну вот здесь уже не точно. Здесь... Ну так, можно даже сказать, верно. Ди Мария решается на обострение. Кто, если не получит? Здесь Кимпембе все проконтролирует до конца. Ты знаешь, злая ведьма, как ты. И, кстати, опасный прострел. Дани Алвес. И не смог замкнуть Мбаппе. Но это уже вторая. Избранная. Натягивать оборону соперника. Надо запомнить. Ну а сейчас прострел на дальнюю штангу. 1-1. Вот так Кильян Мбаппе, который великолепно открывался под фланговые прострелы, на сей раз выступил в роли ассистента и сделал это почти идеально. Ну что ж, мы можем сказать сейчас одно, но помимо того, что Париж реализовал все-таки свое преимущество, мы сегодня не увидим. Может быть, их сыграет соперника, а дальше он великолепную передачу отдает. Возвращают мяч на правый форт. Рвется к мячу очень быстро. Игра у нас идет. Маркус Рэшфорд. Тило Керрер выходит на него. И возвращается в штрафную. Соперника подает. Дани Алвес. Выше ворот. Флангу. Мбаппе отдает Алвесу. Снова Килиан Мбаппе. Но здесь Люк Шоу. Сюрпляс, да. В какой-то момент все резко останавливаются, чтобы взорваться. Взрывается Мбаппе. Бьет с острого угла. Ну, наверное... Ну, в принципе, он свое-то дело сделал. Дальше оборона должна была сделать свое. И она в результате защитника, а Бернат и Дани Алвес по всей бровке. Да, действительно, тут не сопоставить, а там все-таки провести сезон в Пари Сен-Жермен и не забить ни одного гола, это, конечно, надо быть. Смотри, что происходит. И передача великолепная. Бернат и отражает Дехи. Он уже сел. Все разобраны. Решается на дальний удар. Почему нет? Да! 2-1! Ромелу Лукаку, мастер дублей. Пользуется каждым своим шансом. А здесь шанс ему предоставил кто? Кто? Джан-Луиджи Буффон. А я хотел уже пожурить сейчас Рэшфорда, что он не увидел Люка Шоу. Что... Хотя там двойная подстраховка была у соперника, и Верати ошибается. Вот это первая ошибка, но не считая вот первого. Из центра направо, в касание, передача Мбаппе. Ди Мария! Плохой, да? Дехе, но хотелось бы, кстати, другой момент увидеть с ударом Ди Марии. Так у него страшный всегда был, но это предыдущий момент. И, кстати, как раз Ди Марии отдавал. Где он оказался? Сен-Жермен, многие другие очень хороши.
Ди Мария опускается в дриблинг, и здесь он ложный сделал. И подстраховал МакТоминей. Лукаку. Лукаку, кстати, в пас тоже играет прекрасно. Хотя бы на чужую половину поля перейти. Великолепная диагональная Ди Марио. Он против Бои. Это угловой. Бои. Человек, который говорил, что мы сегодня готовы к любым сценариям. И так оно и получилось. Ну а вот он. Скидка не прошла у Керрера. И это что, тоже попытка пробить со острого угла. Вот тяга силы. Защитник. Но сейчас мы видим, он тоже вынужден выйти на поле. Вариантов немного. Решфорд. Молодец. Решфорд уходит мимо подскользнувшегося Керрера, бедового. Решфорд прострел. Куда? Поле, да?